В этот день первый секретарь Дмитровского отделения ЛКСМ РФ Денис Стародубов и первый секретарь Московского областного отделения ЛКСМ РФ Александр Корнев подготовили подарки для юных дмитровчан из Дмитровского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками и Центра помощи семье и детям. Сегодня у нас всероссийский праздник «День защиты детей». Мы приготовили для детей различных заведений подарки. И от лица Дмитровского комсомола мы хотели бы поздравить детей и пожелать, чтобы никакие пандемии, никакие неурядицы не отнимали у детей, самое главное, их детство. К сожалению, ограничения, установленные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не позволяют отметить этот праздник, как мы привыкли, с концертом, конкурсами и играми. Но это не значит, что ребята останутся без внимания, которое сейчас так нужно нашим детям. Мы на самом деле очень рады, что сегодня такой, в любом случае, замечательный день, День защиты ребенка. И этот праздник всегда у нас проходит на протяжении уже многих лет. Очень весело, очень радостно. Но, к сожалению, условия таковы в сегодняшнем мире, что мы их принимаем, но, тем не менее, праздник никто не отменял. И мы искренне рады всем тем, кто сегодня посетил наш центр. И сегодня вы первые гости у нас. Это Дмитровское отделение партии КПРФ, которые привезли сладкие подарки детям, печенье, конфеты, шоколад. Я думаю, что сегодня мы успеем развести всем по участкам, семьи, которые нуждаются в этом, детишки, которые нуждаются в этом. Пандемия коронавируса усложнила жизнь всем, а тем более семьям и детям этих социальных учреждений, которые и так находились в трудной ситуации. Сегодня День защиты детей. И сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации объявила такую акцию. Мы помогаем по всей Московской области учреждениям, сладкие подарки привозим, продукты питания, встречаемся с коллективом. Ну, конечно, вот в этой ситуации, да, вот с этой пандемией мы не можем встретиться с детьми, да, подольше побыть в учреждениях. Мы просто едем, приезжаем, дарим подарки. Поздравляем и, соответственно, едем дальше. Вот самый большой сегодня акцент у нас, конечно, на нашем родном Дмитрове. Мы были сегодня и в Щелково, мы были сегодня и в Подольске, мы были сегодня в других муниципалитетах, таких как Люберцы. Приехали в наш родной город Дмитров тоже помочь детишкам, поздравить коллектив. Самое главное, я считаю, чтобы каждый ребенок в нашей стране был счастлив. Конечно, не только в этот день, а всегда.